Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас воздушное отопление на лампе керамик 100 вольт, 100 ватт. Применили шим. Значит, внутри бачка, вот проводки, видите, выходят. Находится патрон, а в нем лампа стеклокерамик. 100 вольт, 100-120 вольт. Значит, 100 ватт. Нагрев системы, ребята, 500 градусов. То есть бачок очень горячий, сильно прогревается. Время прогрева где-то минут 20. Расхода нет. Почему? Потому что на лампу мы, ребята, вот этим шимом послали 70 ватт. А она выдает почти 100. Вот сейчас посмотрим. Значит, смотрите. 68, ну, около 70. И тут 96, около 100. Видите? То есть, благодаря тому, что лампа не на 230 вольт, а на 100, 110, она нагревается на полную мощность, но расхода нет. Так как на шиме, ребят, на шиме, открыто вот с этой ручкой мы отрегулировали только на 70 ватт. Только на 70 ватт на шиме. А лампа вырабатывает 100 ватт, значит ток шима сюда на лампу не поступает. Только фаза и ноль. Остальное она сама производит. А этот ток, который вот отсюда, ребят, остался здесь, поступает назад в электросети. То есть расход у нас нулевой. Так как мы 70 ватт всего у нас открыто, а лампа вырабатывает 100 ватт. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого замечательного изделия. Итак, схема изделия. Бачок. Внутри бачка, ребята, патрон. Закручена керамическая лампа 100 ватт, 100 вольт. Нагрев бачка 500 градусов, то есть нагрев лампы 500 градусов Цельсия, нагрев бачка там более 100, может 200 вот так вот. Объем бачка 8 литров, то есть хватит отопить помещение до 100 кубов. Видите, как получается? Тут на шиме 70, вот 70 ватт сюда, а тут 100, значит не пускает, значит здесь идет взаимодействие. Между 70 и 100. То есть этот ток с сети не проходит сюда. И назад тоже. Значит, вот этот ток, который образовался после подключения, возвращается назад в электросети. А мы берем только фазу и ноль. А работает система на самозапитии. Благодаря этой лампе вы сможете бесплатно отопить помещение до 100 кубов. Время прогрева, ребята, минут 20-30. То есть это воздушное отопление. То есть внутри бачка топливом является воздух. Поэтому и КПД тут намного более 100. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.